Ребята, привет! Сегодня я расскажу вам про новые смарт-часы от Garmin, модель Lily. Я давно выбирала себе часы, но решила остановить выбор именно на этой модели. И сейчас расскажу, почему. Начнем с коробки, а именно с ее содержимого. Здесь нас встречают сами часы, зарядка и инструкция пользователя. Lily поставляется в двух вариантах – спортивной и классической. Для каждой модели предусмотрен свой уникальный дизайн декоративного стекла. В моем случае модель классическая, с ремешком из итальянской кожи и металлической фурнитурой. Корпус часов всего 34 мм, что идеально подходит для маленького запястья. Ремешок очень приятный на ощупь, что говорит о качестве. Да и вообще, Lily выглядит как ювелирное изделие, но стоит нам коснуться экрана, и мы видим, что перед нами умные часы. Кстати, об экране. Это яркий LCD TFT Smart Display, скрытый под декоративным стеклом. Не стоит беспокоиться о частой зарядке. Время работы часов до 5 дней. Это были основные технические характеристики, а теперь рассмотрим их более детально. Учитывая современный ритм жизни, мы забываем про наше здоровье. Но умные часы Lily заботятся о нас. Например, функция Body Battery показывает уровень энергии вашего организма в течение дня для определения лучшего времени для занятия спортом. Lily подскажет, когда следует прерваться на отдых и выполнить дыхательные упражнения. С этим часы легко справляются, поскольку отслеживают уровень стресса и частоту вашего дыхания, для того, чтобы вы лучше понимали, как дышите. Отслеживание фаз сна поможет качественно выспаться и быть бодрым весь следующий день. А с помощью функции водного баланса часы напомнят вовремя выпить воды. Календарь менструального цикла поможет следить за женским здоровьем, а также даст советы, как справиться с повышением уровня серотонина в крови и определит благоприятные дни для зачатия. Как и любая девушка, при выборе часов я всегда ориентируюсь на их внешний вид, а в Lily я влюбилась с первого взгляда. Стильные, круто смотрятся с любым нарядом. Помимо их внешней красоты, они будут полезны любой современной девушке. С этими часами вы всегда остаетесь на связи. Они оповестят вас не только о входящих звонках, но также о текстовых сообщениях. Кстати, текст сообщения можно прочитать на экране часов. У Lily большое разнообразие циферблатов. Вы можете выбрать любой на ваш вкус. А благодаря настройкам яркости, текст на экране легко читается даже в самую солнечную погоду. А теперь посмотрим на их спортивные функции. В меню занятий вы можете выбрать основные виды активности. Ходьба, бег, кардио, силовая тренировка и другие. А с помощью встроенного в часы пульсометра вы сможете всегда следить за сердечным ритмом во время тренировки и за содержанием кислорода в крови. Данная модель часов водонепроницаема. В них можно заниматься в бассейне, плавать в открытой воде и даже погружаться на глубину. Вы можете отслеживать количество потраченных калорий и пройденных километров, а подключаемый GPS-приемник соберет точные данные во время велосипедных поездок, ходьбы и прогулок на свежем воздухе. Спустя 2 месяца использования я очень довольна часами. Девушки хотят носить то, что отлично смотрится на их запястье и помогает хорошо себя чувствовать. И Lily с этим отлично справляются. В таких небольших часах есть все основные функции Garmin для поддержания здоровья и хорошего самочувствия. А их внешний вид точно не оставит вас равнодушной. Однозначно рекомендую их к покупке. Меня они просто покорили.